Накануне вечером в 6-й библиотеке, что в 8-м микрорайоне, награждали многодетные семьи, которые состоят в общественной организации «Большая семья». 7 команд приняли участие в творческом проекте «Семейное древо». Они писали очерки, сказки, мастерили подделки и стенгазеты, которые отражают будни и праздники их семей. Рыбачить любим. Папа у нас заядлый рыбак. Есть, у Вики есть своя удочка, она ему помогает. Старший сын костровой, ну а я так вот и на огороде, и везде успеваю. Виктория работает охранником, в семье четверо детей. На конкурс Кабаковы представили стенгазету под названием «Пока живем, мы помним». За добросовестный родительский труд семью наградили сертификатом и дипломом. Остальные участники также были отмечены ценными подарками и грамотами.